Природный энергетик на основе хвои пихты сибирской вывели российские ученые. В его составе полипренолы, которые, как заверяют авторы инновации, работают на восстановление мембраны клетки абсолютно всех органов и систем. Также в составе клеточный сок самой пихты. Он богат магнием, железом и витамином С. Ну и хвойный комплекс. Последний, к слову, был разработан нашими новаторами еще во времена блокады Ленинграда. Мы забираем тот самый природный лапник, который используется для лесозаготовок. Раньше его выкидывали, а сейчас томские технологи научились использовать и перерабатывать этот лапник. Вот эти как раз-таки три ингредиента – полипренолы, клеточный сок пихты и хвойную пасту CGNC. В простонародье вот эта хвойная паста CGNC – это как раз-таки тот продукт, который еще использовали 60-80 лет назад во времена блокадного Ленинграда, использовали для лечения язвенных болезней, против цинги. А еще против авитаминоза и для заживления ран. Тем временем химики Коми осваивают хвою сосны. Некоторое время назад исследователи из Института химии Коми научного центра начали создавать новые вещества на основе так называемых терпеноидов, которые в перспективе можно было бы использовать для лечения вирусных заболеваний. Проект рассчитан на 2 года.